хочу тебе сказать, как сильно тебя люблю. Коснешься свежим ветром волос, твой мир польется словно река. В твоем присутствии каждый вопрос растает и исчезнет, как пар. Облака плывут, словно белые лебеди, за собой у меня зовут туда, где ты. За туманы, за вершины, за снежные, в океан бесконечности и красоты. Тобой парю, над землей лечу, раствориться в тебе хочу. Только ты мне даешь покой, твоя так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Писание – это то, что вот нам примеры даны для того, чтобы мы вникали, читали, исследовали, принимали, в нужный час знали, что нам делать и как нам поступать. И когда-то, как начиная свою христианскую жизнь, я первое, что начал читать книгу Иова, и там
о нем очень хорошо написано, что он же был такой человек, он был праведный, и пришло время, когда дьявол устроил на него особые атаки, и в какой-то момент жизни человек, который имел все, он начал быстро все терять, все свои богатства, все свои владения, всех своих слуг, всех своих детей, все у него разом улетело. И что мы должны знать, вот как поступать? Наша жизнь такая, что я учил, есть время искать, время терять, очень мудро относиться ко всему надо. И вот этот добрый пример учит тому, что когда все это пришло к мужу праведному Иову, что он, написано, встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю, поклонился и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного во Боге. Вот это как мы должны относиться к злому часу, который может прийти в жизнь каждого человека внезапно, когда ты не ждешь, когда ты не думаешь об этом. Я знаю, что все во времени происходит. Сегодня, допустим, что-то нам сокрыто, но я знаю, сокрытое принадлежит Господу. Отчасти Он что-то нам открывает, но со временем у Бога есть всему свое время. Во времени Он открывает что, как, зачем и почему. И вот, ну, это то, что, к чему я вам говорю, что это нормальная часть жизни. В этом ничего плохого нет. Это с нашей стороны кажется так, но именно через всевозможные испытания, как Господь говорит, что огненного искушения, посылаемого для вас, не чуждайтесь. Мы это не любим, нам это не нравится, но тем не менее это часть нашей жизни, это часть нашего пути, к которому мы должны относиться с мудростью, чтобы всему научаться, чтобы Господу доверяться во всем. И, ну, с чего я хочу начать, что то, что вот я учил, ну, как бы это на всю оставшуюся жизнь для тех, кто является христианином или думает, что он такой, или хочет им стать, что основное призвание от Господа – это прославить Его. Прославляем мы тем Господа, когда приносим плод, то есть служение людям, спасаем взятых на смерть, освобождаем взятых на смерть. Это наше призвание. Если у тебя, ну, этого в сердце нету, в голове нету, ну, ты просто пока занимаешься религиозными какими-то играми, не больше того. И то, что Господь объяснял, вот это ступени нашей веры, чтобы нам иметь успех, чтобы не остаться без плода, Он говорит, не просто мы должны идти за Богом, а показать в своей жизни. Показать в своей жизни добрые дела, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. И в конце он говорит: любовь. Если это в тебе есть, во мне, никогда не останемся без успеха. Желание Господа, чтобы ты и я были успешны. Желание Господа, чтобы ты и я были плодовиты. И он говорит, конец всему, да, это любовь. Я вот учил на эти темы, слушал сам, читал на эти темы. Любовь дается нам, надо сказать, сложно. Мы знаем, да, из Писания, что Бог есть любовь. Мы знаем, что пребывающий в любви пребывает в Боге. Все мы это знаем, знаем, знаем. Но с познанием порой у нас очень и очень туговато. И вот что-то размышляешь, обычно, ну, у меня профессия такая, размышлять, вникать, задавать вопросы, почему, от чего, что делать, как поступать, Господь, чтобы то, что, ну, Ты нам дал, оно стало нашим достоянием. Ведь желание Господа, чтобы мы все мы были успешны, и для Него это величайшая радость. И мы читаем из Писания, что есть Господь, да, который пришел дать тебе и мне жизнь, жизнь со сбытком. Есть дьявол, который приходит каждый день, чтобы украсть, убить и погубить. И вот, ну, немножко коснусь этих тем. Кто-то что-то знает, для кого-то это новое будет. Ну, чтобы мы знали, разумели то, о чем мы читаем. Дьявол прекрасно разумеет, он
в отличие от нас, там, дьявол и все его воинство, бесы, они веруют и трепещут. Он знает, что Писание – истина. Он знает, что за этой истиной стоит Господь, его сила. И задача его очень простая. Задача посеять в наш разум сомнение, неверие, какую-то ложь, чтобы мы приняли и, ну, не принимали того, что говорит Писание. Вот это его простая задача. С этой задачей он справляется сотни лет весьма эффективно, к сожалению, для нас, потому что мы порой очень слабо понимаем то, что нам дано. Вот я понимаю, что задача дьявола – Бог есть любовь. Сила вся в любви, твоя и моя. Сила нашей жизни, сила приобретать богатство, сила созидать семью, сила иметь успех в служении, сила иметь здоровье – это жить в Божьей любви. Вот его задача – вытащить тебя с этой зоны любви. Любым путем сеять в твою жизнь раздоры, споры, горечи, обиды, недовольство, гордость, чтобы ты не жил любовью. Ну и каждый сам может дать ответ, кто побеждает в твоей жизни. В Евангелии от Луки, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если сатана разделится сам себе, то как устоит его царство? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов, и если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я перстом и Божьим изгоняю бесов, достигло до вас Царствие Божие. И дальше он говорит, когда сильный с оружием охраняет свой дом. Мы часто, Господь сравнивает нас, мы храм, мы дом. И вот он говорит, если сильный с оружием охраняет твой дом, и вот очень важно понять, кто сильный. Сильный, если ты живешь любовью, там Бог. Если там любви нету, то там просто часто бесовщина в полной свободе разгуливает по нашему дому, мучает нас, обворовывает нас, забирает то, что принадлежит нам. И вот Иисус говорил именно об этом, что если сильный охраняет свой дом, безопасность его имения. Если, когда сильнейший нападет на него, победит его, тогда возьмет оружие его, на которое он надеялся, разделит похищенное у него. И вот он дальше объясняет, кто не со мною, то есть, если я не живу любовью, миленькие мои дорогие, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. Естественно, мы приходим к Богу, там о Божьей любви там и говорить-то порой сложно и невозможно. И Бог начинает сеять в нас это семя своей любви, чтобы оно произросло в нас. Но, к сожалению, у кого-то оно вообще никогда не произрастает, потому что вот те бесы, которые охраняли нас, которые держали нас в рабстве, они не дают никогда вкусить то, что Господь нам даровал, то, что Он совершил для тебя и для меня. Еще раз объясняю, что если я не живу в любви, если ты не живешь в любви, если ты позволяешь себе эту роскошь, чтобы в твоем храме жили обиды, гнев, ненависть, споры, раздоры, гордость, надменность, страхи, стыд, чувство вины, отверженности, ты просто разоряешь свой храм. Ты просто даешь возможность дьяволу приходить, сокрушать тебя, разбивать тебя, и порой то, что мы недооцениваем, ну, оно не за один день это делается, но в процессе нашей жизни мы часто терпим лишения от того, что мы не делали то, что Господь нам поручил, то, что Господь сказал. И Писание учит о том, что есть два царства, есть царство тьмы, есть царство света. И для того, чтобы действительно твоя жизнь, она свершилась, состоялась, я говорю, есть один способ – это жить любовью. Все остальное мы будем пролетать мимо цели. Что Писание говорит? А тем, кто приняли Его, вот те, кто принял Иисуса, Он дал власть быть детьми Божьими.
Я говорю, ну я этого абсолютно не знал в начале своего пути, меня в принципе этому и не научили, но дал себе и дал власть, я даже не задумывался, зачем она мне дана. А вот он власть дал, он знал, что есть эти два царства, Иисус знал, что есть это царство тьмы, Иисус знал, что вы приходите к Богу, и ваш храм, он полон всякой лжи, полон всякой неправды, бесы просто вокруг и около кишат, чтобы не дать, чтобы ты принял то, что Господь даровал. Это Евангелие, это об этом учил Иисус Христос. Удивительно, об этом мало учат в церквях, об этом мало кто догадывается, мы мало молимся за это, мы мало употребляем власть Божию, которую нам дарована. Но вот когда Иисус ходил на земле, именно Он об этом и учил. Когда Он уходил на небеса, последние, самые важные слова, Он говорил своим ученикам, что «Дана мне всякая власть на небе и на земле, идите, научите все народы, уча то, что Я вам повелел». И первое Он говорит: «Бесов изгоняйте». Христиане мало этим занимаются, или кто-то боится, кто-то просто в невежестве полном, в неведении. И тогда они спокойно приходят, они делают то, что им положено. Дьявол, он вор, они нас обворовывают, они забирают великие драгоценные обетования у нас и очень просто. Это наш противник, тот, с кем нужно сразиться. Противник – это ты выходишь на арену, и кто кем побежден, тот тому и раб. И вот то же самое, мы приходим к Господу, мы жили там в рабстве, мы приходим к Господу, многие продолжаем жить в рабстве. Мы, ну, просто привыкли так жить, мы привыкли так существовать, и когда мы читаем Писание, вот задача бесов, дьявола, да, он, ну что, самое важное, удержать от познания истины. Удержать, номер один. Кто не любит, тот не познал Бога. Я объясняю это очень просто. Если ты познал Бога, если ты любишь Бога, невозможно, чтобы ты не служил другим людям. Ты будешь думать так, как думал твой Спаситель, твой Господь. К сожалению, так далеко не все думают. Почему? Потому что не познали. Вот это задача дьявола, задача бесов, чтобы ты не познал любви. Вторую, естественно, задача его, чтобы ты не имел эффективного служения, чтобы у тебя не было успеха, у тебя не было плода в жизни. Вот это задача бесов, и они приходят любым путем, чтобы наши эти мозги, наши чувства, наше воображение использовать для всякой лжи, чтобы мы никогда не вкусили, не познали то, что Господь нам даровал. И то, что мы еще должны знать, что да, дьявол – это противник наш. Поймите, вот дана власть, Иисус знал, будет противник. Он дает власть, чтобы мы побеждали. Он дает власть, чтобы мы низвергали. Он бродит, как рыкающий лев, написано, ища кого поглотить. Это его работа. Вот он знает, тебе, ты сын Божий, дочь Божия, тебе принадлежат великие драгоценные обетования. Тебе принадлежит все для жизни, все для благочестия. Это Бог дал. Для того, чтобы это у тебя свершилось, оно автоматом не приходит. Он дает власть. Он знал, что тебе придется быть в состязании. Тебе придется сражаться. И Он дает власть для этого. И Он говорит о противнике. Есть противник. Многие христиане просто это пренебрегают, они не желают это принять. Многие терпят лишения, многие просто не имеют этих благословений Божьих, потому что рано или поздно либо ты сразишься, либо ты будешь просто поражен. Другого пути нету. Просто его не существует. Ну, может быть, это сложно понять. На какой-то уровень вам не надо там сражаться с армиями, полчищами, это, в принципе, не ваше дело. Это дело, кому Бог поручил, но ваше дело начать с малого. Ваше дело начать, ну, как бы, с очищения там своего храма, чтобы действительно побеждать, не спровергать всякое зло. Да, Господь написал, что у дьявола есть иерархия, Он сказал, наша брань, с кем мы должны сражаться, Он написал все это. Есть начальство, есть власть, есть мироправители, духи злобы поднебесной, это бесовская армия.
которая, ну, в общем-то, выступает против нас, против тебя лично, твоей семьи, твоего служения, твоего народа, твоего города, твоей страны. Это так учит Писание. Если когда просыпаемся мы, если поднимаемся мы, если мы приходим в себя, мы начинаем понимать, это то, что Господь нам дал, мы должны укрепиться Господом и Его могуществом, мы должны облечься во всеоружие, это все для нас написано. Ребята, я читал это много лет и не понимал совершенно. Бесы, вот просто, они как бы глаза закрывают твои, ты читаешь, имеешь очи и не видишь, ты слушаешь и не слышишь, потому что они закрывают то, что мы должны с вами делать, мы должны с вами совершать, чем мы должны заниматься для того, чтобы принять дарованное от Господа, для того, чтобы вот этот пройти земной путь с победой, быть увенчанными Его славой, благословениями, наградами, это желание Господа. И если мы это желаем, нам нужно сражаться, не друг с другом, потому что наша брань не против плоти, не против крови, а это духовный мир. Первый раз в 93-м году на эти темы проповедовал. Для меня это было все новое. Но когда я стал об этом проповедовать, ну, первое было противостояние. У меня такой флюс был, соскочил, чтобы я только не проповедовал. Но я думаю, да, пойду и с такой щекой проповедовать. Но он вытек, слава Богу. Все это разрешено было. И потом я увидел, что вот после того, когда я начал проповедовать эти темы, Господь начал открывать свое слово о духовном мире. Мы вот живем на этой земле, да? Мы пытаемся понять что-то своим умом, но это глупо и неразумно. Это только все открывает нам Господь. И когда мы не имеем этого ведения, вот, ну, как бы твой дом, да, твой храм, лично твой храм, кто его охраняет? Есть ли там любовь или нет? Это честно, надо разобраться, ребятки. Есть ли там эта любовь? Поймите, что если там страх есть, ну это невозможно, чтобы с одного источника текла горькая и сладкая вода. Мы многие живем в страхах. Мы многие живем с чувством вины постоянно. Мы многие живем в отверженности, в стыде от того, что мы не хотим посражаться за те обетования, те благословения, которые Господь нам с вами дал. И вот Писание все расписало для нас, что мы должны делать, что мы должны совершать, как нам жить, чтобы то, что Бог дал, оно стало нашим. Еще раз говорю, многие эти обетования, которые Бог дал, они автоматически в твою жизнь не приходят. Если кто так учит, но это просто обольщение людей и не больше того. Бог дал власть для того, чтобы мы сражались. Бог дал власть для того, чтобы мы употребляли. Писание учит, что я даю вам власть наступать на змей, скорпионов, на всю вражью силу. Я задаю простой вопрос для вас, дорогие мои. На кого вы наступаете в этой власти? Половина не делает. И еще одна половина догадывается, что надо делать. И единицы делают то, что должно делать. Поэтому мы читаем Библию, мы читаем, что нам все даровано, мы читаем, что мы дети Божьи, мы наследники Божьи, сонаследники Иисуса Христа, и так нам до пришествия ничего не будет светить, а так просто крошки с-под стола Божьего, не больше того. Потому что мы не делаем, к чему мы призваны. И вот первое то, что Иисус говорил, что «я даю вам власть, бесов изгоняйте». Что нам делать действительно, чтобы быть исполнителями слова? Я для себя выписывал, подчеркивал что-то из Писания. Хорошо помню эти места Писания, там Деяния 10:38, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, исцеляя, освобождая всех угнетаемых дьяволом. Бог был с ним. Он творил добро, исцелял, освобождал. За это время дьявол никак не изменился. За это время его служение нисколько не поменялось. Оно было, оно есть и остается. Я просто взял вот книжку Джона Экхарда «Бесы, которых надо изгнать». Просто ее взял, открываю страницу и читаю. Это препятствие, то есть духи, которые нам препятствуют, это угнетают, или он тут написал, блокировка, преграда. Что происходит? Нет любви, нет помощи свыше,
нет друзей, нет успеха, нет жилья, нет понимания, нет мудрости, нет облегчения, нет отдыха, нет выхода из сложившейся ситуации, нет сил, нет способностей, нет исцеления, нет освобождения, нет счастья, нет радости, нет победы, нет контроля, нет свободы, нет процветания, нет прорыва, нет направления, нет уверенности, нет мира, нет денег, нет работы, нет понимания, нет выхода, нет помазания, нет благословения, нет роста, нет поддержки, нет избавления, нет верности, нет самоконтроля, нет шансов, возможностей, нет семьи, нет сдвига, нет времени, нет пространства, нет здоровья, нет ведения, нет намерений. Это вот многие так и живут. И я когда вот задумался об этом, дело в том, что, ну как бы в моей жизни происходило, что я иногда начинал усиленно сражаться, приходили освобождения, потом я расслаблялся, приходили проблемы. И я просто начал свою жизнь переоценивать. Думаю, надо мне посражаться в очередной раз, потому что я вижу, сколько просто дьявол как бы у меня украл. Вот просто я вот это перечислил. И скажите, у вас этого нету? Есть, я нисколько не сомневаюсь. Потому что мы читаем, Бог дал жизнь. Все для жизни, все для благочестия, но где оно? И вот он говорит, мы должны для этого приложить все старание и усилия. Куда прилагать? Зачем прилагать? Стараться сидеть, слушать меня? Стараться конспектировать? Да не об этом. Стараться Библию читать? Не об этом. А это вот именно старание приложить, чтобы освободить свой храм. Старание приложить в том, чтобы действительно сокрушить все эти бесовские атаки. По вопросам приобретения книг Василия Кузина обращайтесь по адресу: Кыргызстан, город Бишкек, 72-00-17, улица Чуйкова, 138, абонентский ящик 675. Электронный адрес: kainonia@lk.kg. Наш сайт: www.isus.kg. Телефон: +996 312 31 60 37.